2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus! Здравствуйте, дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сырихи. Здравствуйте, с вами группа The Kitchers, черт возьми. И мы сделаем сегодня все возможное от нас, чтобы у экрана вашего монитора вы почувствовали жар. Что ж, говорить сегодня будем о насущном, говорить сегодня будем много. Возможно, даже с кем-то из вас мы подискутируем и поссоримся, а может быть и нет. Постараемся затронуть смыслы тех замечательных композиций, которые сегодня мы редко задумываемся, да? В том числе, да, конечно, которые мы сегодня будем исполнять. И, собственно, поговорим, конечно же, о том, что сегодня на завтрак съел Анатолий. Вот. Мы группа The Kitchers, повторяемся. Всех, кто захочет, мы будем рады получить от вас какую-то поддержку. Ссылка
в описании, собственно, с номером карты, да. Вот, собственно, как-то так. Первый интересный факт, говорит мне в ухе. Да, также мы пообщаемся с членами нашей банды и возьмем, возможно, у них интервью. Каждый расскажет о себе, что по кайфу. Поотвечаем на ваши вопросы. И поотвечаем, конечно же, на ваши вопросы. Оставляйте комментарии. Вот первый вопрос уже. Первый вопрос. Ставьте. Как выиграть футболку? Как выиграть футболку? Да, напомним, что у нас сегодня розыгрыш футболки. А где они? Где они? Покажем их. Где-то были. Ну, мы в перерыве покажем вам футболки. А выиграть ее, ну, наверное, мы сделаем конкурс на самый лучший вопрос в конце. Смотрите поэтому трансляцию до конца. Самый лучший комментарий. Можно в рифму. Вопрос в группе. Можете присылать стихи, на которые мы потом напишем песни, да? Даже стихи. В общем-то, в продолжении нашей замечательной программы, знаете, вообще сегодня готовился, когда к нашему онлайн-интервью, прочитал много очень интересного и нового, того, чего сам, к чертовой матери, никогда не знал. Вот, например, всем известный Виталий Кличко, да будет благословенна его голова, заказывал у группы «Рамштайн» песню, под которую, видимо, он вдохновился их творчеством или что-то в этом роде. Он заказывал у них композицию, под которую он должен был выходить на поединки. Mm-hmm. Да. И, собственно, этой композицией должна была быть песня, которую мы только что сыграли, «Сонно». Вот. Но когда он ее уже получил на руки, видимо, что-то ему не понравилось, или что-то он счел, что что-то не так, в общем, он отказался от этой песни. И не смог смотреть завтрашний день. И не стал смотреть завтрашний день. И окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил, что немаловажно. Вот, в общем, такой интересный факт про эту песню. Что ж, мы продолжаем наш замечательный онлайн-концерт. Ждем ваших комментариев. Конечно. И, возможно, кто-то хочет услышать свой любимый трек. Тоже пишите его, и, возможно, мы его сыграем, если знаем. А сейчас у нас знаменитая песня, популярная песня Майкла Джексона, которую перепели Fall Out Boy. Песня называется Beat It. Face to when I disappear.
Yeah. Вот такая смесь рок-н-ролла. Что ж, друзья, вот такая вот жаркая композиция прозвучала в исполнении группы The Kitchens. Мы напоминаем, что мы проводим сегодня фантастический онлайн-концерт, и все, кто захочет нас поддержать в эти прекрасные, возможно, и не очень легкие времена, может получить информацию в шапке профиля. А, что ж, дальше у нас по плану композиция отвязных ребят, которые в свое время наскандалили. Они должны были участвовать в фестивале Кубана, но в силу того, что пропустили российский флаг между ног, их не пустили к нам в страну. Возможно, правильно и сделали, вот, но это не отменяет того, что группа культовая, и в свое время она довольно была, я бы сказал, массово популярна в нашей стране. И любой тинейджер, росший в 2000-х годах, по-любому понимает, о ком идет речь. Это группа The Bloodhound Gang. А вот, следующая композиция, которую написали эти парни, посвящается порно-актрисе, которую зовут Чейси Лейн. В своих лирических текстах автор пишет ей письмо и повествует ей о том, как он бы хотел съесть ее жопу. Друзья, в исполнении группы The Kitchens песня The Bloodhound Gang, The Ballad of the Chasey Lane. Погнали! Dear Chasey Lane, I wrote to explain and wrote me just that. I just wanted to ask you that eat your ass rubbing as you just can. You had a lot of dicks, had a lot of dudes. I had a lot of time. You had a lot of dick chasing, but you ML in my heart. Dear Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you're treat your biggest thing like that? Oh, oh, oh! You have a lot of dicks. I had a lot of time. Had a lot of time. You had a lot of dick chasing, but you added in my heart. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain, this letter is my last. As your biggest fan, I'm as mastermind, you let me eat your ass. You had a lot of dick, I had a lot of time, had a lot of time. You had a lot of dick chasing, but you am in my heart. Now show them titties. Now show them titties. Mom and Dad, this is Chasey. Chasey, this is my mom and dad. Now show them titties. Now show them titties. Would you fuck me for blow? Что ж, спасибо, друзья, что смотрите группу The Kitchens. Да, фантастика. Сегодня такая замечательная атмосфера здесь, несмотря на ту вакханалию, которая творится в мире. Непонятное абсолютно дерьмо. Давайте происходит. Не будем. Нет, не будем, не будем. Да, сегодня здесь все здоровы. Почему? Потому что мы мажем руки водкой. Вот. А вообще, кстати, можете в комментариях оставить свои рецепты. Рецепты, дорогие наши, как вы боретесь с коронавирусом, с этой узкоглазой заразой. Вот. Лично мне нравится теория Александра Григорьевича Лукашенко, который говорит о том, что в принципе все лечится 100 грамм водочки, а можно и 120 с чесночком и на тракторе лучше по полю. Лучше чачу. Что? Чачу? Лучше чачу. Ты моя хорошая. Ну да, передаем привет в Абхазию. Нас смотрит Абхазия. Привет! Заранее просим прощения за все наши шутки. Вот. Следующая композиция. Величайший, несравненный, обалденный певицы. Обалденный. Аврил Лавин. А, это музыка, под которую мы выросли. Ну, наше поколение, во всяком случае, That's да? Right. Я помню, как... Можно лирическое отступление? Я помню, как маленькая девочка, я ходила к своей соседке, которая очень любила рок-музыку. И у нее комната...
плакаты. Плакаты, да. У нее комната была обклеена всеми плакатами. И я думаю, она меня сейчас смотрит и улыбается. Avril Lavigne, смотрит тебя. И мы вместе слушали и пели Avril. Собственно, мое знакомство с Avril началось именно в этой комнате у соседки. Че, поем? Аплодисменты по ту сторону экрана, конечно же. А, друзья, группа The Kitchers на так, связи. Так, у нас вопросы, вопросы. А, вы продезинфицировали ручки, продезинфицировали. Не только ручки, но и микрофоны тоже. Не только ручки, так. Микрофоны тоже. Мы продезинфицировали. Про Машу что? Спрашивают. У Маши проект, у Маши проект попса теперь. Она молодец, жжет там. А, дальше. Чувствуете нашу энергию зрителя, теплая Лена? Конечно, чувствуем. Можем даже футболочку разыграть. Вот. Так, Анатолий, ты у нас сегодня помогающий ведущего. Футболочку разыгрываем в конце. Вот, друзья, может быть, какие-то пожелания, что нам сыграть, какие треки? Песни по заявкам. Песни по заявкам. Что хотите услышать? Но помните, что группа Kitchers играет рок. Сегодня мы рок играем. Да ладно? Для участия нужно задавать вопросы, и самый лучший вопрос получит футболку.
Да, мы отберем. Вопросы группе. Лучший комментарий и вручим, конечно же, футболочку. Вот, друзья. Мы продолжаем, тем не менее, наш концерт. И следующая композиция известных, невероятных, фантастических титанов рок-сцены, мировой рок-сцены, конечно же, это американские армяне, которые покорили весь чертов мир. Вот. А на самом деле, про эту песню мало что известно. Песня переводится как «Суицидный супчик». Вообще-то она называется «Chop Suey». И это такое блюдо, это, по сути, рагу из овощей, мяса, соевого соуса и водорослей, которые делали китайцы в начале 20 века на стройках в Нью-Йорке. А вот песня, на самом деле, расшифровывается по-разному многими, многими лицами, но, как сами артисты о ней говорят, это песня о... лицемерие людей, которое отталкивается... Сложно это все выразить. В общем, о смерти. Если, когда человек умирает, в зависимости от этого, к нему определенным образом относятся. Вот так я заговорился, да? Позитивная песня. Позитивная песня. А у нас прямой эфир, поэтому небольшой лыжничок допускается. Вот, вам придется простить нашу косноязычность, мою в том числе. Вот, что ж, не совсем простая песня, с не совсем простым смыслом, но в очень простой компании The Kitchers. Друзья, гоним. Turn
Друзья, мы напоминаем, мы группа The Kitchers, это лайв. Сегодня бывает все. И мы еще хотим сделать одну вещь. Мы хотим передать привет нашему постоянному бас-гитаристу Дмитрию Малыгину, который, к сожалению, сейчас лежит в больнице. Лечится. У него проблемы с ногой, он повредился, ему делали операцию, поэтому мы все передаем Димке пламенный привет. Дима, привет! Скорейшего выздоровления и все, всех самых-самых классных плюшек. Димон, выздоравливай. Вот, мы движемся дальше, и дальше у нас... Нет, подожди. Душой, Дима, с нами. Тут нас просят, сыграйте, что Оззи, Song 2. Ну, Song 2, давайте Song 2 сыграем, что нет? Сыграем? Да, без проблем, конечно. Давайте, Song 2. Надеемся, зритель остался доволен. Первый претендент на футбол, так сказать. Следующая компания. Так, вопросы, подождите, ребята. Давай. Так, вопросы. Смогли бы вы прожить без творчества? Нет. Ну, во всяком случае, наверное, большинство из нас нет. Я не знаю. А давайте вообще поговорим с ребятами. Мы же здесь не втроем, да, правильно? Нет. Вот спросим, допустим, у Евгения, этого замечательного человека, который носит горшок. Жень, я шучу, ты знаешь, мы с Женьком большие друзья, поэтому он меня простит. Жень, скажи, пожалуйста, смог ли бы ты прожить без творчества? Нет, каждый день им занимаюсь по несколько часов. Вот, нет, не прибавить, друзья. Да? А что еще можешь по этому поводу скажешь? Любите друг друга и занимайтесь творчеством. Верьте в себя. Верьте в себя. Где-то мы слышали, да, уже эти все слова. Что ж, у нас есть еще вот замечательный наш второй гитарист, Георгий, он же Жора. Жора, что по поводу творчества вообще ты думаешь? Неважно, прожить, не прожить, вообще что думаешь? Да сложно прожить без творчества. Творчество — это жизнь, это день за днем проходит всегда в творчестве, поэтому очень-очень сложно, к сожалению. А может, к счастью. А может, и к счастью. Ну и, конечно же, Мишаня. Мишаня, вообще, что является для тебя, я бы сказал, не творчество, а музло вообще, в принципе. Что для тебя значит музыка? Это кайф. А вот краткость же твоя сестра, а еще что? Это то, что позволяет нам перенестись в другой мир и прожить какую-то другую жизнь помимо той, в которой мы находимся. Тонко, глубоко. Философ Михаил Губин сегодня с вами, друзья. В замечательной передаче в эфире у Кичерс на Сортире. Вот, мы продолжаем наш замечательный концерт. Также ждем от вас вопросы, поддержку. И следующая композиция у нас. А какая она? А какая она? Это такая девочка, которая обозвала себя розовым цветом.
Ошибочка вышла, да. Следующая композиция опять замечательных жестких титанов, немцев. Кстати, передаем привет Тилю Линдеману, который сейчас, по информации, лежит в больнице, у которого обнаружили коронавирус. Но мы желаем же человеку здоровья. Это фейк, это, Антоха, да, это не фейк. Фейк. Распространитель, как так? Он что-то подцепил. Точно, ты Тилю Линдемана видел вообще, что он делает? Кстати, рекомендую последний клип к просмотру, друзья. Вот. Ну что ж, песня, по сути своей, простая. Вот я, честно по себе, сам по себе такой ленивый человек, к сожалению, ненавижу это в себе. Вот. И бывают такие моменты, когда просто не могу поднять себя с дивана, просто потому что даже не знаю, что сделать. Вот, бывает такая вот у меня, накатывает волны. Сейчас в таком состоянии вся страна. Спасибо, да, центру за это. Вот. Собственно, песня об этом. Песня о том, как тяжело лениться. О человеке, который обленился настолько, что он просит помощи, что ему даже не интересно анонировать. Keine Lust. Rammstein в исполнении группы Kitschies, друзья.
Что там пишет? Что там пишет? Да что там пишет? Yeah. Что-то пишет. Вопрос из ВК. Какая у вас самая любимая песня из жанра рока? Вопрос кому? Ко всем. Ко всем. Очень трудно выделить одну песню, на самом деле. Антоха, какая у тебя любимая песня? Мне, например, рока? Очень нравится песня группы Slipknot «People Equal Shit». Вот. А какая твоя любимая песня, Анна? Я не люблю вообще определять. Определить значит ограничить. Если я скажу, назову одну, остальные обидятся. Ну, не знаю, может быть, что-нибудь типа... Не знаю, правда. Вообще. Окей, Женек. Очень трудно. Очень трудно. Линкин Парк. Да ты что? Нам. Нам? Серьезно? А, тогда подожди. Тогда я назову, наверное... То есть так тоже можно, да? Я назову, наверное, любимую песню в детстве. У меня была The Show Must Go On. Слушайте, если по правде говоря... Ну да, да. Гера, какая твоя любимая песня? Это все равно, что спросить гитариста, какая у тебя любимая гитара. Все любимые. И при условии, что у него целое, как шубохранилище, только гитара-хранилище. Это я тебя пойму, братан, а не все поймут, понимаешь? Ну, да. Мишань, какая любимая у тебя? Подожди. Давай, давай. Да я вообще рок не люблю. Он джаз любит, правда? Правда, Миша? Да. Джаз, да. Хорошо, назови композицию из джаза. Хорошо, джазовые стандарты в этом мешали. Окей, окей, окей. Сегодняшний... Только Толя промолчал. Анатолий. Толя вообще не слушает музыку. Ты у нас вообще спросил вопрос. Ну-ка, сам отвечай, давай. Тебе нужна подсказка, чтобы понять, какую песню? Может, звонок другу. Давайте лучше сыграем следующую песню. Давайте сыграем следующую песню. Yes. Это что? А у нас немножко атмосфера становится сексуальнее. Вот. В темноте, да не в обиде. Так. Мы можем разговаривать. Ну, давайте побеседуем. У нас свет выключился. Как вы считаете? Или... Трансляция идет? Ну, давайте мы... сыграем песню поговорим. Без видео. А, у нас поговорим. Идет звук, но нету видео. Это ну, прям... там видео в темноте. Это прям как в ресторане, в котором ты не видишь, но ешь. Ха! Не-не-не, Антох, там в темноте, там идет трансляция, но она в темноте. Ну ладно, давайте мы сыграем. Ее же? Розовую... Вы уверены? Может, подойдем свет? Yeah.
that you said. You didn't get the dress that you do to see. So quit spinning your dreams on me, yeah. Cause you know what you are, yeah. Все включилось. Свет появился. А картинка? Картинка есть. Нас видят, да? Слушают, yeah. Видят. Круто. Окей. Okay. Ну что, друзья, задавайте ваши вопросы. Three Days Grace. Нет, Three Days Grace сегодня. Three это days grace. Прям сложно. Так. Что пишет? Пишут. Анатолий, читайте вслух. Мрак. Ну, типа темно. Нормальный мрак. Ага. Но нас слышно и видно. О, отлично. Друзья, напоминаем, что нас можно поддержать. Карта, номер карты в описании. Yeah. Да, вот. И мы надеемся, что все-таки это когда-нибудь все это закончится, и мы увидимся с вами на живых площадках и помесим старого доброго рачку. Очень соскучились по зрителю, правда? Да, вообще не говори. Должна была быть лирическая музыка, которая... Она сейчас будет. Так. Тогда вот у нас опять на очереди твоя композиция. Моя композиция? Да. Следующая песня Эмили, известная также как Evanescence. Это песня, еще одна песня из нашего детства, которую мы в детстве напевали. И любили. Тоже всем двором, да? Да. Сама Эмили не является автором этой песни, является... член группы Evanescence, запамятовала его имя. Неважно, а песня была написана, когда ему было 15 лет, и посвящена вообще не любви, а его деду. В общем, как-то так. Да, я вот не знал этого. Песня была, имеет несколько версий, мы сегодня будем играть бэнд-версию. Yeah. Изобразим. My
once platinum dreams. Your voice that changed the way. Oh, the sanity in me. These wounds seem to heal. This pain is just too real. This just too much. The time cannot erase. When you cry, you scream, I fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. You still hurt. Oh, I've tried it hard at times. Такая замечательная лирическая композиция прозвучала в исполнении Кичерс. Друзья, не знаю, как у вас, а у меня в детстве от этой песни просто были мурашки по коже. Не знаю, что там сделали Evanescence для этого, но, черт возьми, у них получилось. Пожалуй, самая популярная их песня, я думаю. Да? Я бы тут поспорил, конечно. Есть еще одна. Есть еще много. Очень жаль, что мы их не поем, кстати. Все впереди, все впереди. Что нам пишут? Вопросы идут нам какие-нибудь? Что нам пишут? Вообще нас смотрят люди сегодня? Смотрят. Просят Lonely Day или Last Resort. Можно и то, и другое, в принципе, если... Нет, нельзя, понятно. Мы попробуем. Попробуем, но чуть позже, возможно, сейчас сообразим. Так, нас видно. Ага. Ну, давайте мы следующую песню споем. Следующая песня с таким калифорнийским солнечным оттенком. Прикольных, веселых ребят, которые были просто в топе. Я помню, они были в топе 2004 года на MTV. Классные ребята, мы их очень любим их исполнять, да и в принципе очень любим. Вот. In a basket, running, running, and 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 running, running. Ciao, well it's got tags, then we'll disrespect. So when I bounce my ride, you break your neck. We got a 5 minutes for us to disconnect from all internet. We're out of the red and the fact. Check out the elevation, hello, got intonation. We are in the solid break away from tradition. Try to beat out, turn this morning we out. You wanna believe me, have you seen that? Turn it on, it's burnt out, turn it on, it's turn out. Up top from no west, east, south. Everybody, everybody, let's get to do it. Get started, get started, get started, get started. Let's get it started, ha, let's get it started, ha. Let's get it started, ha, let's get it started, ha. Lost control, body and soul. Time to move too fast, feelings are taking it slow. Don't get ahead, just jump into it. Keep all my body to pieces to it. Get started, get to it. Keep all my body, people will pour me through it. Step by step, like I need to know it. Inch by inch, with the no delusion. Transcendence, with the no delusion.
got your mind that says it does. You'll get this thrill just like then you spot. Bob your head like me, a penalty. You have a ton of glamour in your family. Get messy, loud and secure. Next by slow, minute and a half trip zone. Come to know, tune, that's correction. Let's get angry, let's get hectic. We're everybody, everybody, let's get into it. Get started, get started, get started, get started. Let's get it started. Запахло гамбургером аж. Пишут что-то нам. Расскажите вопрос из ВК от наших грузинских друзей из рок-хостела Лены и Антона. О, ребята, привет! Мы вас помним. Думаю, что вы нас тоже. Огонь отдохнули. Да. Расскажите о самом неудавшемся концерте. Да, я думаю, что это та история, наверное, с теплоходом. На теплоходе музыка играла. Да, была у нас такая веселая историчка. В общем, нас погрузили на речной прогулочный катер. Ну как, там был накрыт стол, фуршет, и отдыхал какой-то очень богатый и влиятельный человек. Настолько влиятельный и богатый, что после... Что гримерка была на втором корабле. Да, что гримерка была на втором корабле, и после мероприятия сего за ним приехало 12 майбахов с охраной. Стояли такие чуваки в пиджаках, дюжи серьезные, у них были рации. Вот. А это я даже было... не знаю, стоит про это рассказывать-то это... вообще или нет. Или нас потом... Или нас потом, да. Ну, в общем, это было в ночь с понедельника на вторник в 4 или в 5 утра у нас был выход. При том, что до этого там пели, играли все какие-то... Это все смотрелось как «Виктор Степанович, ну а нам когда петь?» В общем, как фраза из Горького или что там было. В общем, это была та еще тусовочка. Нам она запомнилась всем, мы ее вспоминаем. Вообще, что еще сказать по этому поводу? Да слушайте, на самом деле разное много бывает казусов, как вы можете видеть. А вот, все случается. Это лайф, это никакой фанеры. Почти. Вот. Поэтому все вживую и все по-настоящему. Только так, только так. Еще один вопрос. Какое минимальное количество людей, перед которым вам приходилось выступать? Антон, помнишь 8 марта? Ой, слушайте, у нас был недавно... Концерт выступления с Анной. У нас был сет в ТРК. Как он назывался? Да неважно. Но он был в ТРК, и там было целых 3,5, наверное, человека. Такого мы еще никогда не видели. Вот. Но зато мы очень классно оторвались сами, просто попели от души песни, поприкалывались, потанцевали. Был еще концерт пару лет назад в Скандинавии, по-моему, где были только официанты и бармены. Да, это было тоже весело. На самом деле, когда... Не имеет значения, на самом деле, сколько человек. Вот, Антоха, вот смотри, нас людей смотрит больше, когда мы разговариваем. Да что ты, да? Может, мы не будем видимо, играть, как мы играем. Да. Мы разговариваем лучше. Так, просит Никельбэк. Никельбэк. Не сыграйте что-нибудь из Линкин Парк. Возможно, 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 мы что-нибудь попробуем, но сейчас у нас... Сейчас мы же поговорить решили, Анатолий. Поговорить? Давайте поговорим. Друзья, можете присылать комментарии, как вы реально, ваши... Что вы вообще делаете? Сидите ли дома? Рискуете ли ходить гулять все-таки? Или что? Я слышал, что даже закрыли дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Не знаю, правда это или нет. Давайте не будем. Вопрос из ВК. Что вас подвигло на творчество? Все вопросы про творчество. Все хотят футболку. Прям хотят футболку. Развернутый ответ. Ну давай, поехали. В двух секундах. Давай. Можно я начну в двух секундах? Мне было где-то годика полтора или два, я встала на стул и сказала, я Анна, я артистка. Все. Конец истории. Евгений. Мой отец музыкант. О. Ты опять, да? Я
во втором поколении гитарист. Ничему не учат ошибки родителей, да? Ну а тебе самому-то хоть по кайфу? Лучшей работы нельзя найти в этом мире. Это самая лучшая работа. Будьте все друзья музыкантами, и будет все хорошо. Пополняйте ряды безработных. Итак, одни гитаристы в стране. На самом деле наша профессия всегда... Я считаю, что лучшее, потому что мы приносим людям радость. Мы всегда... И самим себе при этом. Да, да. Зачастую. Да. Это всегда положительные эмоции. И не знаю, я другую профессию даже назвать не могу, которая приносит только радости. Потому что мы всегда... Вот заметили, да? День рождения, свадьба. Самые яркие положительные праздники всегда сопутствует музыка. И там, где музыка, там мы. Абсолютно факт. Факт. Кстати... Вот, например, я по своей специальности инженер путей сообщения. Вот. Возможно, меня кто-то смотрит с моей бывшей работы. Мужики, привет. Да будет благословенно железка. Вот. В общем, 3 годика я поработал на железной дороге и безумно счастлив, что я работаю сейчас в музыке, потому что все-таки музыка — это мое. О, Андрюха Емельянов, привет. Где дудки, спрашивают? Дудок сегодня нет, мы сегодня рок играем. Сегодня без дудок. Андрюшка, чего ж ты не пришел, не поддал с нами джаз-кута, а? Родненький. Андрюха на карантине. Андрюха на карантине. Серега на стройке, что? Кулаков. Денис Миронов женился, с чем мы его поздравляем. У него выходные. Денчик, с праздником. Дудки на карантине. Передаем привет Александру Казимирчаку, нашему постоянному слушателю и критику. Будем ждать от вас отзывы, Александр. Будут ли анекдоты? Анекдоты? Вон Антоха тут так расшутился. Вообще сегодня, в принципе, это все сплошной анекдот, поэтому сегодня веселье, друзья. Мы веселимся, улыбаемся и машем. А вот, а следующая песня про то, насколько... Сколько стоит слово в нашем мире, чтобы его услышали? Какая у него цена? Ich will. Stay awake.
wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen in meinem Fall untergehen. Такая песня про то, как мы хотим. И что там у нас происходит? Нас смотрит Ирландия. Да. Круто. Hello. Емельянов пишет всем огромный привет. Андрюха. Наш постоянный. Что там еще пишут? Пишут просто Антоха, что петь как Тильт уже научился. Спасибо, но все-таки нет. Зато сниматься в клипах так, как Тиль не научился. Давайте не об этом. Пожалуйста. Вопрос. Любимая детская игрушка? У меня был пингвинчик. Жека, у тебя была игрушка в детстве? Ну вот эта вот, которая такая... Не было, да? Жор, у тебя какая игрушка любимая в детстве была? Мне вот интересно, кто больше эти вопросы задает, но тем не менее. Мне вот, честно говоря, тоже. Я так вспомнить даже не могу сразу. Миша? А вот у Мишани точно была. А у меня червяк радужный до сих пор есть. Червяк, как необычно. Радужный червяк. Вот такой. Толя. Фантастика. Mortal Kombat 3 мне нравился на Денди. О, смотри. На Сеге. Оригинал. А, в этом плане любимая игрушка? Ну, я не знаю. В любом. Тогда о, Ланкин, привет. Здорово, Олежа смотрит. Скажите звукачу, пусть гитарок добавит и вокалы покрасит. Немножко слышно бас, барабаны, и вокал сухие. Мы передали. Звукач, мы передали, да. Да. Хорошо, что нас смотрят профессионалы. Что, давайте следующую композицию. А что там у нас? Что там у нас композиция? Aerosmith? Всем известная композиция. Еще один ракеш. Du hast
du hast mich. Du, du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. У нас такая вот по большей части немецкая тематика. Что нам там пишут? Нам пишут: привет всем. Вопрос из ВК: какую первую песню разучили на гитаре? В саду или в огороде? Реально. Все идет по плану. Кого? Так. Ребята, почему вы перестали колбаситься? Было же круто. Красава! Материал сложный. Малыгин Дима, которого я заменяю сегодня, лежит с переломанной ногой, поэтому... И мы еще раз желаем ему выздоровления. Материал очень сложный, поэтому да, такое. Было упоминание Slipknot в начале. Можно снов? В следующий раз, ребята, обязательно подготовим в следующий раз. Мы надеемся вообще, что эта хрень закончится, и мы дадим живой большой концерт со всеми замечательными треками, рок-хитами 2000-х, который пройдет в мае. Антоха Емельянов пишет, Андрей, Антоха, самое главное, не заразиться коктейль. С понятием, Андрюха, с понятием. Шлем тебе большой привет. Большой-большой привет. Мяу. Так, друзья, а мы напоминаем вам, что у нас действует система Donation. Это когда вы можете на карту скинуть ту сумму, которую вам не жалко. Да. Да. И мы будем очень рады этому. Вообще рады, что вы это смотрите. На самом деле, прекрасный век технологии. Вот если бы не интернет сейчас, мы бы все сидели по домам, наверное, и учили новые песни. Но нет. Интернет творит чудеса. Все ругают новые технологии, но да, они помогают нам жить. Это круто. Это круто. Ну чё, что, долбанем еще, да, ребят? Давай. Пару песен. We'll be right back.
дали немножечко колбаски. Следующая композиция, которую мы исполним, является сагой про огонь. В каждом из нас есть что-то от огня. Огонь может быть разных видов. Он может согревать, может сжечь. Может сжечь, а может просто красиво гореть, и на него можно любоваться. Мы были рады, что вы были с нами. Подожди, подожди, футболочку разыграть надо? Весь этот вечер. Подожди, конечно, конечно. Мы никуда не уходим, собственно, пока что. Вот. То есть самый интересный вопрос надо сейчас, да, выбрать? Так пока нет, пока время есть, правда? Ну, давай мы сейчас песенку последнюю сыграем. Споем, выберем. Да, потом выберем тогда. Выберем. Я хочу, чтобы выбрал Мишаня. Вот что я хочу. Смотрите, какая у него классная футболка. Напоминаем, что мы разыгрываем сегодня футболку. Протирали микрофончик тебе водочкой, да, чувствуется? Да, 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 я могу дотронуться до него. Анна, тебе привет. И Аннушка, привет из Абхазии. Мне привет из Абхазии. Привет, привет. Всем привет. Пишите песни, которые хотите услышать, ребят. Мы же не зря здесь собрались сегодня. Сделаем к следующему разу. Они пишут. Ну что ж. Мы разыгрываем сегодня футболку с надписью The Catchers. The Catchers. Да. Отлично. Красивенькую футболку, такую беленькую. Men tycker för fire kan syn och förbränt för fire nicht in mein Gesicht an Häuser schreit. Все, кто есть на том экране, мы предлагаем вам присесть. Присесть, где бы вы то ни были. Ребят, вас это тоже касается. Присаживаемся. Садимся. Садимся. И тебя это тоже касается. Давай, давай. Ребята, сейчас наш концерт подходит к его логическому завершению. И мы хотим, чтобы вместе с нами, когда наступит тот момент, вы прыгнули у себя дома и послали этот коронавирус к чертовой бабушке, туда, откуда он, бляха-муха, приехал. Друзья, один квадрат. We'll be right back.
Ну что ж, а теперь долгожданный розыгрыш футболки. Антон чуть не разнес тут студию. Немножко, немножко. Дима пишет, он не может присесть, у него колено болит. Эх, Димон, Димон, поправляйся. Так, ну что, какие вопросы вам больше всего понравились? Про любимую игрушку, нет. Про игрушку было нормально. Про игрушку нормально, да. Хороший вопрос был. Мне больше твой ответ понравился. Так, что еще? Что еще? Про ручки продезинфицировали. Так, я сейчас листаю. Смогли бы прожить без творчества, был вопрос. Так, что? Про самый плохой концерт. Неудавшийся, да, хороший это вопрос. Это хороший был вопрос. Ну, Лене и Антону мы и так футболку подарим. Кому? Из хостела, ребята. Конечно, обязательно. Мы вам, ребята, и так футболку подарим. Это. Так. Очень давно вас не видели. Так. Езжайте в гости. Там еще есть активность-то? Ну, какая-то есть. Про зомби. Что пишут? Вот. Ну, в общем, мы отдаем за любимую детскую игрушку футболочку. За этот вопрос. Теплый Лене. Вот, друзья, всем спасибо, кто с нами был. Здесь аплодисменты должны были быть. К следующему разу мы обязательно подготовим все ваши любимые песни, которые вы писали. И надеемся, что все-таки мы увидимся с вами живьем, например, в прекрасном клубе «Опера». 8 мая. 8 мая. Спасибо всем, кто был с нами, друзья, в этот замечательный вакханальный вечер. Мы группа Кичерс. Собственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть обормотов сегодня трясли для вас своими шевелюрами. Нам это понравилось. Надеемся, что и вам это понравилось тоже. Что еще добавить тут можно, ребят? Берегите себя. Любите друг друга. Верьте в себя. И до новых встреч. До новых встреч. Пока. Пока.